Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». На прошлой неделе прошли матчи Лиги чемпионов и прошли матчи в Лиге Европы. Об этом мы и поговорим в ближайшие 45 минут в программе «Все грани мяча». Также мы поговорим о трансферном окне, которое закроется буквально через 3 дня, о тех или иных переходах, которые состоялись из одной команды в другую. Ну и поговорим о тех темах, еще одна такая будет, как собственные воспитанники и почему они порой не нужны своим командам. Кирилл Музалевский, Сергей Буслаев и Евгений Воронин. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Да. В прошлом эфире мы начинали с Лиги чемпионов. И, как всегда, по традиции, мы давайте с этого и начнем. Наверное, самый неожиданный результат, ну, по крайней мере, лично для меня, это то, что Барселона проиграла Милану со счетом 2-0. И если посмотреть матч, то, наверное, можно с уверенностью сказать, что Барселона проиграла по делу. Потому что Милан и играл лучше, и создавал моменты, и контроль мяча. Как это ни странно, да, в игре с Барселоной, которая имеет так за 60, ну, а то и далеко. 65 было. 65, да. И тем не менее, смотрите, Милан победил. Пускай на своем поле, да, Барселона, ответная игра. Что поменялось, может быть, в игре Барселоны, на ваш взгляд? Или Милан, который, кстати говоря, уж давно не показывал, да, какой-то такой сверхнадежной игры, сверх какой-то яркой игры в итальянском чемпионате, просто прыгнул выше своей головы? Кирилл, на твой взгляд? На мой взгляд, я смотрел, чуть-чуть не досмотрел, там минут 10. Для себя я сделал такой вывод, что о роли тренера в команде. Сейчас Барселона фактически играет без тренера, да? Мы знаем, что Виланова борется с болезнью. Хотя, перебью, все говорили, что любой может тренировать Барселону. Сереж, да. А я о чем начал говорить? Я Олегу. Вот Сергей сказал. Продолжаем дальше нашу тему. Извините. Я хотел эту мысль высказать. Так, хорошо. Хорошо. Давайте, правда, зацепимся за эту тему. Действительно, мы не раз говорили в наших передачах о том, что даже я говорил, что назначьте меня тренером Барселоны. Да, и я что и хотел сказать. Да, совершенно верно. Назначьте меня тренером Барселоны, я тоже, наверное, смогу побеждать с такой командой, учитывая, какой состав имеет эта команда. Оказалось, в общем-то, не так. Хотя нет такой команды, которая никогда не проигрывает. Да? Когда-либо, естественно, Барселона должна была проиграть. И мы помним, она и проигрывала, да, и прошлые, по крайней мере, Лигу чемпионов. И даже Рубину проиграла. Да, и Рубину проиграла, и прошлую Лигу чемпионов она также проиграли. Жень, есть какая-то взаимосвязь между тем, что действительно сейчас нет главного тренера у Барселоны, или это просто, что называется, команда оступилась? Тренер есть. На самом деле, Милан сыграл действительно очень классно. Хоть я не, скажем так, не поклонник этой команды, но выглядели они действительно таким солидным, слаженным коллективом, который все практически приходили в атаку, что полузащитники, что нападающие, грубо говоря, только защитники немножко вот было у них. А так все целостно, и оборонялись они, как мне показалось, даже, скажем так, они играли более как бы машина, что ли. Вот они двигались, прямо можно было посмотреть, как они рядами были выстроены у них, когда она атаковала Барселона. Как игроки Милана были выстроены и как они боролись за каждый мяч. Поэтому что вот я сам поклонник, скажем так, Барса тоже, симпатизирует команде, но в этот, скажем так, день это была, скажем так, не ее игра, наверное. Ну давайте согласимся. А по поводу тренера я скажу, что да, действительно, когда в команде тренер, который, скажем так, очень имеет авторитет в команде, естественно, когда у него такие проблемы, сейчас мы все знаем, что он находится на лечении, да, в Англии, мне кажется, да, если не ошибаюсь. Вот, естественно, игроки как-то, не полностью даются футболу, какие-то мысли у них есть, мне кажется. Я еще сделаю такое добавление, и вернемся опять к тренерскому, штабу Барселоны. Но если посмотреть игру Милана, она совершенно не была похожа на игру Рубина, например, да, которую выстраивают, или какие-то другие команды, да? То есть она играла далеко, что называется, не от игры Барселоны. Нет, я не согласен. Все равно Барселона диктовала, и на своем поле Милан играл в защиту, просто имея высококлассных исполнительный впереди и в середине, поэтому им удавались быстрые контратаки. На какой-то период они перехватывали инициативу, но ход матча диктовал Барса. Барса не диктовал. Барса да, два удара по воротам нанесла. Вот согласен с Женей. О чем разговор? Она держала мяч, да. Мяч больше находился у Барселоны. Но мы забыли, в какой футбол играть. Вот я не привержен Барселоне, мне больше нравится Милан.
по жизни. Вот. Но в этом матче, посмотрите, какая игра у Барселоны в последнее время. Это как называется гандбольный футбол. Вот они подходят штрафной, и начинается, вот гандбол смотрел, да? Вот они друг другу передают, и потом кто-то там наносит удар, либо там это Месси забегает в штрафную. Мне такой футбол, честно сказать, не нравится. Я не знаю, все восхищаются этим. Мне больше понравился Милан. Пускай он меньше держал мяч. Мне тоже понравился больше Милан. Мне нравится английский футбол. Но футбол в исполнении Барселоны сейчас мне не нравится. Может быть, раньше, вот когда вот... Я уверен, но, что... опять же, да. Хотел перебить. Но, опять же, не всем нравится, как играют испанцы. Да, на чемпионате. Согласен. Однако одни из чемпионов мира. Ну, не всем нравилось, как играла Италия. Мы в прошлую передачу говорили. Да, абсолютно. В прошлой передаче мы говорили, что Италия... Если это приносит результат, то тогда да. А здесь... Но самая главная цель в футболе какая? Результат, правильно? Ну да, забить мяч, естественно. Как, чего, чем, чего? Это уже... Можно 100% владеть. Результат остается, да, жизнь? Все забывается. Хотелось бы напомнить нашим телезрителям 541-25-40 и 547-08-13, телефоны прямого эфира. Звоните, давайте пообщаемся по тем или иным играм, о которых мы уже говорим, и о тех, о которых нам только предстоит поговорить. Также хотелось бы еще раз сказать, что вот уже вторую неделю мы вещаем в прямом эфире. Можно посмотреть, ссылка она есть на экране, где можно нас посмотреть в прямом эфире в интернете. И я знаю, что во многих городах Московской области, по России и в Сибири смотрят нашу программу. И, надеюсь, они вместе с нами переживают за европейский футбол, так как это делаем мы сейчас. По поводу тренера. Давайте еще немножко, чтобы закрыть нам эту тему. Вот скажите, пожалуйста, то, что сейчас, да, мы говорили, нет главного тренера у Барселоны, он есть как бы, да, но не исполняет свои обязанности. В процентное, если брать отношения, насколько это минус для самой Барселоны? Кирилл, как ты думаешь? Ну, я думаю, вообще говоря о том, что Виланова немножко обедняет игру Барселоны, немножко снизил ее импровизационный уровень. Угу. То есть немножко тренер не для этой команды. Но, тем не менее, тренер он квалифицированный. Вот в этом матче с Миланом Барселона какой-то она была, у них мяч медленнее ходил. Немножко безвольной была команда. Возможно, это связано с тем, что были травмированы лидеры. Они вот недавно вышли, может быть, форму набирают. Но Барселона не была похожа на себя, на ту планку, которую она держит очень высоко. Мне очень нравится игра этой команды, я ее поклонник. Вот. И я думаю, что это, во-первых, связано, конечно, влияет отсутствие тренера, потому что тренер — это руководитель, это человек, который делает команду, который мотивирует, который, и мне кажется, да. Тренера не хватает сейчас в Барселоне. Такой еще тогда вопрос сразу. Летом в Баварию, да, по-моему, в Баварию, если я правильно, перейдет Хосе Гвардиола, да, бывший наставник Барселоны. На ваш взгляд, сейчас Бавария, да, это машина, и, в общем-то, побеждает в отрыв 15 очков от ближайшего преследователя в чемпионате Германии. Учитывая, что Бавария также сыграла, если мне память не изменяет, по-моему, с Арсеналом они играли в Лиге Чемпионов, да, и одержала, победили они, да, 3-1. Вот смысл менять тренера Баварии на Гвардиолу? Я понимаю, там какие-то результаты он добился с Барселоной. Менять тренера, если Бавария добивается результатов и без этого тренера? Смысл какой? Смысл менять тренера, если Бавария без того машина. Так решило руководство Баварии. А смысл? Они же, видишь, за... Не, ну а смысл, уже... когда поменяли тренера Реала, который выиграл свой чемпионат? Мы не первый раз сталкиваемся с этим. У нас есть телефонный звонок, и с этим мы тоже не первый раз сталкиваемся. Добрый вечер. Слушаю вас. Это Владимир, болеющий «Динамо». Очень рад вас видеть. Спасибо, Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы тоже рады. Вы знаете, вот по поводу Барселоны и Милана, наверное, это все-таки небольшая фантазия, может быть, такая созерцательная. У меня такое ощущение, это два великих клуба. Да. И вот здесь, именно в этом матче, мы увидели, скажем так, начало процесса. Закат великого клуба и возрождение другого великого клуба. Спасибо. Спасибо, конечно. Огромное вам спасибо за такой комментарий. Но я бы не торопился, если честно, именно такие выводы делать по одной игре. Закатывать Барселону? Это не первый, кстати, хорошо, человек, который говорит по поводу заката Барселоны. Ну, посмотрим, да, в конце сезона, потому что сменится тренер.
в Барселону, это, скорее всего, да, будет, да, другой тренер будет. Вот. И про Милан, если Владимир, да, Владимир имел в виду Милан, то Милан, конечно, у него сейчас много проблем. И он последний матч, вот кто смотрел вчера, Интер-Милан, то есть там еще работать и работать и тренерскому штабу, и владельцам клуба там покупать, укомплектовывать команду. Да, если говорить о Милане, том, который был в 90-х, да, когда при Сидоре выдающийся совершенно клуб, он, конечно, эту игру показывает. Такой, как Барселона, клуб был выдающийся, то сейчас, глядя на этот Милан нынешний, современный, ну, мне кажется, идет, рано такой вывод сейчас делать, еще, да. Прям команда уже возрождается. Ну, не будем забывать, что помните игру финал года, по-моему, 5 лет назад, когда Милан выигрывал, или полуфинал это был, 4-0, и потом 4-4 по пенальти. С Ливерпулем, да. С Ливерпулем они играли, да, 4-0 после первой, потом 4-4. Сумасшедшая игра была, и всем нам подарили радость от этой игры и та, и другая команда. Ну что ж, поговорили мы о Лиге Чемпионов, посмотрим, что будет дальше. Были только первые игры, ну а мы переходим к Лиге Европы, которые также на прошлой неделе состоялись матчи, и в них уже принимали участие ведущие российские команды «Рубин», «Зенит» и «Анжи». Флагманы. Флагманы российского футбола. Ну что ж, начинаем. Вы уж позволите мне начать с нашего, вернее, с моего любимого клуба, с «Рубина» начинаем. Да, мы уже сегодня вспоминали эту команду, о том, как она играла с «Барселоной», как выставляла автобусы в своей штрафной площади. Не показалось ли, что с «Атлетико» в ответной игре, в общем-то, Курбан Бердыев пошел по этому же пути, и все тот же автобус, в общем-то, и остановил в Лужниках? А ждать ничего другого, да, не другого оставалось. Да, ты на что рассчитывал? Что будет атаковать? Я всегда рассчитываю, что «Рубин» будет атаковать все 90 минут. Как болельщик. Как болельщик, конечно. Ну да. Ну просто как зрители понимали, что «Рубин» будет, естественно, удерживать тот результат, который он добыл в Мадриде. У него была задача, да. Да, не пропустить, скажем так, меньше, да, чем он забил там. А вот он, собственно, и делал. А вот тогда ответьте мне на один вопрос. После того, как «Рубин» побеждал в Испании 1-0, и на 90-й минуте вратарь пошел в штрафную, да, на исполнение углового, 1-0, это, ну, результат вполне был приемлемый, да, и вратарь пошел в чужую штрафную, получил за это второй мяч, Атлетико получили в свои ворота, и, в общем-то, этот мяч оказался решающим. Стал фатальной, это ошибка для исхода противостояния двух матчей, эта ошибка стала фатальной. Но это проблема-то не «Рубин», не, ну, это я проблема думаю, «Атлетико». И тренер был согласен, чтобы бежал туда. Если бы тренер сказал бы «оставайся», я думаю, вряд ли бы вратарь побежал. Значит, была о чем команда. Это может говорить? В смысле, о чем? Ну, что этот поступок, и что тренер дал согласие, и что вратарь... Ну, молодцы, вот «Атлетико» играют как канадцы до последнего, пусть проигрывают, но борются. Да, уверенность... Но это же... На том, я думаю, что они не знали регламент турнира, они думали, что в один матч играется. Нет, во-вторых, они еще играли дома, Кирилл, они играли дома, перед своими зрителями, им не хотелось проигрывать просто, хотя бы ничью сыграть, понимаешь? И поэтому они уже до последнего хотели какой-то более-менее положительный результат добиться. Возможно. Я думаю, так, только из-за этого. То, что это же был в Испании. Ну вот смотрите, действительно, мы говорили об испанском чемпионате, мы говорили и о командах, которые, да, играют в испанском чемпионате, и в большей степени, наверное, сейчас испанский премьера, да, она наиболее интересна в качестве зрительских симпатий, и много людей смотрят и любят испанскую лигу смотреть. И «Атлетико» показывает замечательную игру. Да что ж так везет испанским командам на «Рубин», и уж тем более болельщикам испанских команд, которые смотрят, извиняюсь, наш российский «Рубин». Ну вот, а «Рубин» ведь опять вышел на испанскую команду? Да. В следующую стадию, как она называется, на «Л» как-то. Кто? Команда. «Левант». Не помню, честно. Леванте. Да? Леванте. Вот. То есть Курбан Бекевич становится крупным специалистом по испанскому футболу. Именно по грандам испанского футбола. Вот есть раньше, сейчас «Атлетико» немножко отвалился, но раньше считалось, что три гранда — «Реал», «Барселона» и «Атлетико» мадридского. Два он уже обыграл. Остался обыграть «Реал». Ну, учитывая, что сейчас «Атлетико» идет на втором месте в чемпионате, да, поэтому, да, не мудрено. Ну, мне кажется, играл. Просто проще играть «Рубину» с атакующими командами. Конечно. Посмотрим, как они сыграют с «Леванте», которые, думаю,
Может быть, я не знаю, как эта команда Милан играет. Середняк, да? Ну да, но может быть она тоже закроется. Тоже цвета ЦСКА. Хорошо, переходим к следующей игре. Честно говоря, говорить об результате, и уж тем более об игре Рубина, в игре с Атлетико, в общем-то, как всегда, у нас бывают проблемы, потому что как таковой игры, именно игры, да, а не счета на табло, в общем-то, не очень интересно смотреть и немножко... Ну, не смотрю. Я, например, не смотрел. Ну, еще вот... можно ремарочку, Олег? Да, пожалуйста. Мы пожалуемся, да, вот, что у нас в чемпионате команды не устают, вот на два играть фронта, играют и да. там, и там. А я смотрю по тарелке все чемпионаты и обратил внимание, что в субботу большинство команд, играющих, которые играют в четверг, немецкие команды практически все сыграли, итальянские некоторые, испанские, они играли в субботу тур. То есть да. они через день играли уже, даже на выезде. Это ж, а как они сыграли? Штутгарт играл на выезде, Ганновер 96, вот, которого да. мы еще коснемся, тоже играл, мне кажется, дома или на выезде. Не, нормально сыграли. Некоторые, Атлетико выиграл мадридский в субботу, в этот, Штутгарт, кажется, в ничью сыграл. На выезде. То есть, в принципе, нормально сыграли. Что есть такой закон букмекерский. Что? После Еврокубков можно ставить смело. Ну, что проиграли, процентов, да. Не, ну, в принципе, практически положительно все сыграли. Но я к тому, что, понимаете, вот мы все плачем, да, вот как. А там свой чемпионат не меняет никто. Ради бога, играйте в Еврокубках в четверг, но в субботу будьте добры, у вас тур. В европейских да, ведущих нормально. Чемпионатах действительно не меняется, никто там не плакал, не меняется никто, календарь, да. так же, как и наши... те же игроки играли, ты понимаешь? Так же, как и телефоны нашего прямого эфира. Добрый вечер. Слушаю вас. Давно очень вас не видела, о многом хочется, ребят, спросить. Ну, вот один вопрос пока что, первый. Три клуба наших выиграли в Лиге Европы. Да. Вот я хочу, ребят, спросить, это стечение обстоятельств или это отражение? Что ж нас обрубают все время? Так, алло. Обрубили. Алло. Да-да-да, слушай, повторите вас. Да, или это отражение каких-то позитивных процессов? И если да, то каких? Только ли финансовых? Или действительно игровых каких-то потенциальных в нашем футболе? Вот такой вопрос к ребятам. Спасибо. Спасибо вам за ваш вопрос, он очень интересный, и мы сейчас о нем обязательно будем отвечать на него и порассуждаем. О чем мы с вами остановились, вот пока, что называется, слушал. Ну, дальше уже идти к этим. Да, давайте переходим к «Зениту». Давайте к «Зениту», наверное, самая сложная была игра у этой команды, да? У этой нашей команды. 2-0 победили они дома, Ливерпуль, да, и, в общем-то, если бы не этот гол на 18-й минуте Халка, все того же, который достаточно исправно в Европе приносит и забитые мячи, и очки «Зениту», то неизвестно, как было, потому что Ливерпуль перед своими болельщиками так играл, что он давно так не играл. Можно было восхищаться. Да. Вот мне игра Ливерпуля понравится. Мне тоже понравилось. Да? Замечательно. Давайте об этом игре поговорим. Все-таки «Зенит», ну и с учетом, да, что вот наш сейчас телезритель спросил, что это стечение обстоятельств или что, или действительно наша команда превращается в более классные клубы. Не, ну да все вместе. Это стечение обстоятельств раз, потому что ну, действительно были моменты, что и в первой игре, и во второй, что «Зениту» везло, да? Хорошо, это бывает, фортуна улыбается, все хорошо. Второе, по финансовым вопросам. Действительно, клубы все, которые сейчас продолжают, они усилились. Ну, кроме, может быть, Рубина, там, поменьше. Ну, Курбан-Бердыев, я сколько раз говорил, не надо сбрасывать со счетов. Угу. Он уже прожженный волкой в Еврокубках. Вот. А эти клубы, Анжи и Зенит, в принципе, финансово хорошо себя чувствуют. И проблемы с игроками у них нет. И игроки действительно классные. Халк забил прекрасный гол, считай, один, отобрав мяч. Это ну, там отобрал, нет, отобрал мяч Симак. Симак, да. Симак, да, отобрал, на выход Халку, прошел и тот прошел, да, ну, все поле. Он же этого защитника, прошел. То есть он уложил там. Да, да, да. Вот еще о чем поговорим. Вот смотрите, мы посмотрели, да, действительно, в Питере «Зениту» в какой-то степени повезло. Суарес мог забить там 2-3 мяча 100%. Да, там были. Да? Тут он все-таки забил свои 2 мяча. Да. Может быть, немножко не хватило еще. Но вот мне кажется, «Зенит» вот в этой игре казался
ну, неким мальчиком для битья по сравнению с Ливерпулем. Согласен, много технического брака. Ну, много брака, но, естественно, это все-таки была, скажем так, грубо говоря, вторая официальная игра. Вторая игра, да, первая была, сейчас вторая. Естественно, ехали туда, понимая, что Ливерпуль будет атаковать. Ну, естественно, Ливерпуль сыграл великолепный матч. Просто любо-дорого посмотреть. То, что «Зенит» прошел дальше, это, конечно, нам на плюс, как, скажем так, противникам в чемпионате России. Все-таки, опять же, я не соглашусь, все-таки на два фронта играть еще у нас как бы, ну, тяжеловато. Да не тяжеловато. Пока, да тяжеловато. Да не тяжеловато, ребята, мы сейчас... Я тебе объясню, я хочу сказать, что посмотрим мы, как они будут играть в начале мая. Вот, Олег, ну давай посмотрим. Да вот апрель, май, будет подсаживаться в конце. 30-й тур почти в мае, ты что взял? Хорошо, я осталось беру на примере прошлого чемпионата. 11 туров, 11, а не 34, как это делают в Испании. Я тебе говорю, что команды подсаживаются к маю месяц. За 10 игр они не подсаживаются. В мае будет 2 тура всего там где-то. Это это в чемпионате России. Плюс, если они еще будут играть на 2 фронта. А на 2 фронта осталось сыграть 6 игр. На 6 игр осталось сыграть. Все. В мае финалы, все. И 10 игр в чемпионате. Давай посмотрим, Олег. Потому что вот если брать сравнение прошлые года, которые играли, всегда команды, которые начинали рано, они всегда подсаживались. Ремня, потому что на них не было. Ремня не было. Думаю, сейчас появился ремень? Я думаю, что с теми вливаниями, которые сейчас происходят в клуб, я думаю, только одним пряничком, знаешь ли, тут не обойдется. Ну, давай посмотрим. Хорошо, давай посмотрим. Где-нибудь в конце мая вернемся к этому разговору и посмотрим, как сыграют. Не, ну тут тоже тренеры, извини, Спалетти, Бердыев и Хидинг, извини, такие тренеры, что ты думаешь, они забалуют, что ли, игроки у них? Давай посмотрим. А почему забалуют? Я не думаю, что за 10 матчей команда может подсесть. Как она может подсесть за 10 матчей? Это не такая длинная дистанция. Ты посмотри просто, даже на предыдущих чемпионатах всегда стартовали нормально, и опять к 10-му туру где-то подсаживались все. А 10-й тур будет уже... Потому что подготовка была рассчитана на более длительный период. На более длительный период, совершенно. А сейчас 10 матчей, и рассчитано совершенно... Ну, я себе думаю, тренер грамотный, как в их квалификации, сомневаться не приходится. Я думаю, они Да не, нормальная форма, я считаю, у всех, что... Ну, конечно, понятно, что они не оптимальные. Конечно, видно, будет интересно посмотреть, но... Согласен, да, и Кирилл, что «Зенит» этот, ты смотрел же матч? Да, смотрел. Выглядел уже, вторая половина, ну, мы по цвету поняли. Вторая половина, действительно, там «Зенит» и брака технического много было. Может быть, это действительно, как Женя прав, из-за физической подготовки еще пока не оптимальной. Ну, а и тренер говорил, мне кажется, Спалетти, что пока процентов на 70 команда готова. Ну, это нормально. Они же будут готовиться и дальше, играть, им еще чемпионат действительно повторить. Ну, посмотрим. Посмотрим, что нам покажет «Зенит» чуть позже. Ну, а прежде чем мы перейдем к игре «Анжи», расскажем, да, немножко об этой игре, я попросил бы вывести итоговую, как сыграли наши команды. Итоговую таблицу, как сыграли наши команды. «Зенит», да, и «Ливерпуль» сыграли, как мы уже сказали, 2-0 у себя дома и 1-3 проиграли в Англии. «Рубин» также выиграл в гостях и проиграл дома. И «Анжи», да, выиграл дома и сыграл в ничью. То есть получается, что... На троих набрали одно очко, да, и все вышли в следующую стадию. Да, именно, вот так вот. Именно к этому я как бы и подводил вот эту вот таблицу. Подводил эту таблицу в том плане, что... Все наши команды, да, ну, «Анжи» сыграл в ничьевичку, в общем-то, не добились очков положительных, да, результатов, не добились очков в коэффициент УЕФА, да, в копилочку в нашу, но, тем не менее, смогли пройти. А кто меньше всех копилочку принес, ты знаешь? Нет, пока не знаю. ЦСКА, одно очко только. ЦСКА только одно очко принес. Динамо два. Да? Ну, хоть два. Ну да, были обыграны. Ну, это Штутгарту проиграли. Который еще играет. Продолжает дальше играть. Вышел в следующий этап. Так что мы-то... Об этом мы поговорим чуть позже. Давайте по «Анжи». Нам, мне кажется, что вот к «Анжи» меньше было вопросов, да, после первой игры о том, что они не пройдут. Были опасения по «Ливерпулю», да, все понятно, да, все-таки играют в Англии, и «Ливерпуль» достаточно не подарок, что называется, для любой команды. Ганновер середнячок, и учитывая, что 3-1 был исход первого матча, и тем не менее, если посмотреть, Ганновер достаточно
много атаковал, забили мяч, и забей они еще один, да, то все, мы бы простились бы с Анжи в Лиге Европы. Да? И вот на последних там минутах забил Трауре, забил мяч Ганноверу. Да? Что поменялось в игре Анжи, если посмотреть осенний вспомнить период и вот сейчас весенний период, пускай мы только видели, да, несколько игр. Прибавилось ли мощи, прибавилось ли, не знаю, мускулатуры в их игре, за счет чего они, ну, как они, да, я думаю, собираются выигрывать Лигу Европы. Им это больше всего, наверное, необходимо. Кирилл, как ты думаешь? Ну, у них этот товарищ пришел из «Шахтера», да? Да, Виллиан. В Анжи, да, которого... Он пришел, купили его там за хорошие деньги. Он сейчас в Анжи играет, о котором сам и тренер «Шахтер» говорит, что, в принципе, мы предполагали, что этот человек уйдет в Испанию в какой-нибудь «Грант». И он мощнейшую игру показывает. Вот в эти матчи он сразу стал лидером команды. На него очень много замыкается. Он очень много с мячом работает. Он раздает, он открывается. Игрок очень высокого уровня. И он сразу стал влиять на результат команды. По поводу уже результата, вот, понимаешь, 3-1, на мой взгляд, счет такой очень опасный. Он даже опаснее, чем 2-1 для команды, победившей. Да, да. Потому что 2-1 более собранные играют люди. Ответный матч. А тут стоит забить один, да при своих зрителях, и все. Если ты психологически неустойчив, начинается уже... Потому что команда знает, достаточно ей забить второй, и она уже вышла. Поэтому да, Анжи я смотрел, и им очень непросто пришлось. В Ганновере, которая команда такая крепкая, знает свое дело и гнет свою линию. Так вот, у нее как эта немецкая основательность в ней присутствует. Ну, вышли, молодцы. У нас, по-моему, вообще очень давно три команды не выходили в такую стадию. Да? Лет 8, наверное, уже. Да, абсолютно точно. Жень, на твой взгляд, ну, если перебросить маленький мосточек и на чемпионат России, ЦСКА сейчас лидирует в чемпионате, да, Анжи идет на втором месте. Вот это вот зимнее трансферное окно, да, учитывая, что и Виллиан пришел в Анжи, вот насколько хватит мускулатуры и ЦСКА, и Анжи побороться. Ну, естественно, «Зенит» за чемпионство. Хотелось бы, конечно, чтобы ЦСКА хватило этой мускулатуры. Потому что в прошлом году, как мне кажется, немножко мы нашли свою игру. В том плане, что мы научились играть, скажем так, без Вагнера Лава. Сейчас он вернулся, теперь нам приходится опять учиться с Вагнером Лавом играть. Ну, а то, что, скажем так, Анжи точечнее укрепляется, это говорит о том, что действительно вот, не полностью сформирована команда. Именно вот есть проблемное место, покупается игрок. Насколько он сейчас вольется и будет хорошо себя чувствовать, ну, не знаю, посмотрим. Хотелось бы, чтобы Анжи выглядел хуже. Но здесь я как боюсь. Потому что хочется предупредить ЦСКА, если, не дай бог, конечно, споткнуться, то Анжи, конечно, съедят. Съедят. И «Зенит» тоже. Нет, а что «Зенит»? «Зенит» мы не сбрасываем. Я говорю просто про Анжи. Сейчас разговор, Олег сказал про Анжи. Разговор был про Анжи. Про «Зенит» мы еще дойдем, я думаю. Да. Действительно, посмотрим. Уже скоро, совсем скоро чемпионат стартует, и будет интересно посмотреть. У нас есть телефонный звонок нашего телезрителя. Давайте пообщаемся. Добрый вечер. Добрый вечер, ребята. Еще раз Владимир. Да, Владимир. Болельщик «Динамо». Вот вопрос. Вы заговорили уже немножко о российском чемпионате. Я хочу тоже ребят спросить и отдельно, потом вопрос к Сергею, если позволите. Но вначале ребят, всех троих. Вот я считаю, что у нас есть три команды сейчас в нашем чемпионате с многолетней стабильной историей. Это ЦСКА, «Зенит» и «Рубин». Вот если в нашем футболе сейчас команды, где заложены или закладываются вот многолетние тоже такие стабильные истории. Но я имею в виду, наверное, сейчас четыре команды: «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Анжи». Вот насколько в этих командах возможны вот такие же стабильные процессы, какие есть вот в этих наших трех командах сейчас, которые я назвал. Спасибо. Это первый вопрос. Ну и вопрос к Сергею отдельный. Сергей, пожалуйста, о «Динамо». Как пошла предсезонка? Что представляет собой команда, что в ней нового и какие прогнозы? Спасибо. Спасибо большое. Но если честно, я удивился, что вы к ЦСКА, к «Зениту» еще и добавили «Рубин». Слышал, стабильные. Что, я понимаю, да. Стабильно, в Еврокубках выступаете постоянно. Ну, может быть. ЦСКА, «Рубин», «Зенит» постоянно. Последние годы. Да, последние годы. Постоянно же в Еврокубках. Все правильно. Да. Я тоже сначала не понял, потом понял, что в чем суть. Да.
Сейчас мы еще подойдем к этому вопросу, когда мы будем обсуждать. Давайте немножко подведем итог, посмотрим, с кем будут играть наши команды, с кем будут играть наши команды уже в 1/8 финала Лиги Европы. Итак, Анжи 7 марта сыграет с Ньюкаслом. Первая игра будет здесь, скорее всего, в Москве, 7 марта. 8 марта играет Леванте с Рубином, и Базель играет с Зенитом. Вот такой подарок устроил, да, календарь болельщикам и футболистам Рубина и Зенита. Да, 8 марта им придется в большей степени, наверное, переживать не только женский международный день, но и болеть за свои команды. Итак, как я уже сказал, Ньюкасл английский, да, Леванте испанский и Базель швейцарский. Что можно сказать об этих командах, ну, учитывая, да, что Ньюкасл, в общем-то, Ньюкасл-то... ну, сейчас, может быть, сейчас внизу. Внизу, но... да. Но вообще, как бы, команда-то не самая последняя была. Последний матч выиграли они. Да, да. Выиграли, уверенно выиграли. Угу. То есть команда... Ну, давайте брать английский чемпионат, это, конечно, мы видели, да, Ливерпуль, который лихорадит, но который собрался на кубковый матч и показал отличную игру, все... Не против, всем понравилось. Вот. И поэтому Ньюкасл тоже, я считаю, это самый сильный вот из этих клубов, которые ты сейчас показал. Хорошо, Ньюкасл самый сильный, да, получается? Троечки, самый, да, сильный. Хорошо, Леванте, мы говорим, тоже самый середнячок, но испанского чемпионата. Да. И Базель, да, лидер швейцарского все-таки чемпионата, он лидер, но как бы учитывая, что швейцарский чемпионат не самый сильный. А сейчас я хотел бы предложить и всем нам, и нашим телезрителям посмотреть, кого обыграли эти команды перед тем, как, ну, что называется, попасть на Рубин, Анжи и Зенит, да, на наших. Давайте посмотрим. Итак, смотрите. Леванте. Единственная команда, которая обыграла оба матча победила. А мы говорим, что это испанский середнячок. Олимпиакос, в общем-то, не последняя команда в Греции, да, учитывая. Но оба матча и дома, и в гостях Леванте победил своих оппонентов. Ньюкасл. Еле-еле дома сыграл 0-0 с Металлистом, как мы от них сказал, Сергей, что одна из самых сильных, наверное, да, команд из тех, кто был представлен, да. 0-0 сыграли с Металлистом у себя дома, и где-то там 1-0... отскочили, можно так сказать, да, на Украине, в Харькове, извините, да. Нет, я не согласен, Металлист тоже сильная команда. Я согласен. И Базель швейцарский, да, дома выиграл у Днепра, который сейчас идет, извиняюсь, на втором месте в Украине, команда занимает, дома выиграл, и на выезде в Днепропетровске сыграл 1-1, и, в общем-то, за счет этого также прошел следующий отборочный раунд. Итак, о чем это говорит нам, или, в общем-то, предыдущая стадия, ну, мало что нам даст, учитывая, что мы сейчас посмотрели. Результаты команд, которые... Не соглашусь с Сергеем в оценке силы противника, мне кажется, что Базель самый крепкая команда является в этой троице, которая досталась нашему команду. Потому что я про нее немножко знаю, потому что мы с ней как-то там сталкивались. Да. Ну, скажи. Спартак. Ну, он лидер, да, швейцарского чемпионата, и очень крепкая, тертая команда, которая из года в год играет в Европу. И в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы состав, играет. И их с ними придется сложно. Учитывая, что как играет «Зенит» с такими командами, да, типа «Базель», вот «Малага» у них потом, «Твенте», вот такие команды, которые, наверное, не самые, да, лидеры. Мы помним, там «Ливерпуль», да, как сыграли, ну, на морально выливах. Там «Зенит» настраивался, это по-другому. На имя «Ливерпуль», да. Конечно. Надо настраиваться на «Базель», получается. «Спалетти» надо настраивать игроков. Нет, ну, все-таки надо сказать, что эти команды слабее предыдущих, объективно. Предыдущих, которые мы, команды, да, наши, да, играли, да, в, да, я понял, предыдущем... Да. Раунде, то есть выбили, как ни странно, выбит Атлетика, выбит Ливерпуль, да, так вот скажем. Да, однако, не самая последняя команда, да, учитывая Атлетика еще и обладатель так, Лиги Европы. Да, странно получилось, что в следующем туре команды достались послабее, объективно. Если смотреть по таблице тогда, вот если смотреть по таблице, они слабее. Ну что ж, 7 и 8 марта встречаются наши команды с Ньюкаслом, с Леванте и с Базелем. Естественно, об этом в прямом эфире на телеканале «Видное ТВ» мы обязательно поговорим. Ну а теперь давайте вернемся и к нашим командам, которые не участвуют в Лиге Европы, и уж тем более в Лиге Чемпионов, а готовятся всеми силами, готовятся к очередному... К очередному
старту, да, в лиге, ой, в лиге, говорю, уже в чемпионате России. В премьер-лиге. В премьер-лиге. Ты правильно сказал. Да, да, согласен, согласен. Капал ошибся. Сереж, давай поговорим о «Динамо». Не так, в общем-то, на слуху, к сожалению. В основном какие-то спортивные сайты говорят о ЦСКА, «Спартаке», а «Динамо», в общем-то, как-то не так широко. Нет, «Динамо» ньюсмейкером стал. Последние два дня. Вчера, вчера, сегодня. Вот последние два дня, да. Давай об этом и поговорим. Соловьев, ну, как нам казалось, да, в общем-то, подающий надежды, футболист, да, и тут воспитанник «Динамо», и тут решил, в общем-то, в 19 лет покинуть родной клуб и погнался, на мой взгляд, за длинным рублем. Ну, тут много факторов. Не, ну а что, «Зенит» разве плохо играет? Почему он погнался? Ну, тут, ну где он играет? Будет играть в основе? Хорошо, зато ну, если он попадет хотя бы в основу и будет... Он играет, он уходит из основы. Он-то посмотрит последний матч с «Шахтером», он в основе отыграл. С кем он играть-то будет? У вас «Динамо»? Почему? Он 6 игр последних там играл. Там «Халк», «Виц». Вот игроки хорошие. С кем он будет? Он будет, думаешь, играть? Да нет, на месте Дани, на месте Файзулина. Набираться опыта будет. Он да нет, он 19 лет будет сидеть на лавке. Будет, и уходя из основы, я... Вот сегодня почитаю, Ловчев и все обозреватели, конечно, бывший игрок «Зенита» Веденеев, да, тоже сказал, что ну куда? В ближайшие два года лавка ему светит, это понятное дело. И непонятно совершенно смысл ухода спортивного смысла. Да. Нет, да, естественно, тут есть смысл денежный. Финансовые, да. Тут... Не надо усложнять, ты говоришь, да, фактор. Динамо, фактор один. Да, один фактор, да. Динамо, я уже его даже «Динамо» не смогли переплюнуть «Газпром», понимаешь, что вот «Зенит». Что делать? Ну, видишь, парень не захотел. Хотя играет в основе все надежды. То есть удивился даже сам тренер, как же так, не поставили в известность. Но был отец против, 4 месяца его уговаривал вот, по информации, что отец очень большой болельщик «Динамо». Он же привел мальчиком в этот в клуб. Парень с малолетства играл за этот клуб. И как-то, ну, не знаю, сейчас видно другие принципы, другие какие-то эти. Давайте пообщаемся с нашим телезрителем. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос к Евгению, да, товарищу. Меня зовут Илья. Я являюсь болельщиком московского «Спартака». Мы вот с Евгением не так давно встречались, и я ему забыл задать вопрос. Евгений, скажите, поможет ли Вагнер в этом году завоевать, точнее, поможет ли Вагнер Лав Думбие в этом году завоевать чемпионство? Ну и как вообще в Еврокубках? Будет ли связка это работать? Мне кажется, Думбия все-таки подстуется как-то все-таки в этом сезоне. Или его продадут, или как-то вот, вот так. Ну, у меня интересное мнение. Спасибо. Спасибо вам большое. Хотя очень странно, да, что болельщик «Спартака», вы бы сейчас видели, нет, просто, Кирилла, нет, просто... болельщик «Спартака» интересуется, поможет ли Вагнер Лав стать чемпионом ЦСКА. Действительно, я убегал и не успел, он хотел задать свой вопрос, но я убегал, поэтому он не получил задать. Я попросил ему, чтобы он позвонил в прямой эфир, он позвонил. Вот на самом деле, сейчас действительно у нас сложилась такая ситуация, что к нам вернулся Вагнер Лав, и нам приходится, естественно, скажем так, подстраиваться под игру Вагнера Лава. Но посмотрев матчи, которые команда показывала в предсезонке, в предсезонных играх, и можно было наблюдать, с каким настроем играет Вагнер Лав. Действительно, рвет все из-под себя. Если он будет играть, скажем так, и в чемпионате России продолжать так же. И Думбия, если и будет Думбия, на свой если, уровень. Да, то это будет великолепно. Тем более Муса, который, мне кажется, после того, как он выиграл Кубок Африки, он даже так немножко он визуально даже мясом оброс такой. Ну, думаю, может быть... Нет, нет! Кирилл, не ведущий. Не появились. Нет, не появились. Действительно, он стал немножко так покрупнее, помощнее стал. Поэтому я думаю, что... Поел маминых пирожков. Это он с именинниками пообщался, потому что... Может быть, не исключено. Не исключено. Поэтому мясом оброс. Поэтому я думаю, что Вагнер Лав, конечно, такой футболист в связке с Думби, думаю, они сделают тут. Хорошо, давайте поговорим о «Динамо», потому что о ЦСКА все-таки все равно мы как-то больше говорим, учитывая, что да, они на первом месте, а «Динамо» вот хотелось бы еще затронуть. Сереж, я понимаю, да, вот
«Динамо» и «Зенит» особые отношения. Да, учитывая ситуацию совершенно. С Шуниным, учитывая ситуацию, что они выкупили Дани за определенную опцию. Купили у вас Семшова, который на тот момент являлся лидером команды, вне всяких сомнений. Да? Сейчас уходит Соловьев. За что «Зенит» так любит «Динамо»? Я не знаю. Мог бы Семшов хотя бы ему объяснить, что вот он был там в этой команде, просидел на лавке и вернулся опять в «Динамо». Да. Семшов вернулся, да. Понимаешь, я не понимаю такое. Ну, тут, я не знаю, может, какая-то месть нам за это, за Химки идет дальше. Ну, а что там? Непонятно. Ну, после Миллер, вернее, да. Вот. Ну, по Шунину, Кокорин, я знаю, что... Тоже планировалось покупка его. Да, Панюков, которого сейчас отдали в аренду в Химки, тоже сегодня признался, что с ним ведут переговоры и «Зенит». То есть «Зенит», получается, полсостава «Динамо» сейчас обрабатывает, чтобы... Я не знаю, мы какие конкуренты «Зениту», я тоже не понимаю. И людей забирать, молодых ребят, которые будут сидеть на лавке. Ну, согласись... Допускает, понимаешь, сам Петреско, он очень любит молодых в состав пускать, и поэтому на всех сборах, вот я все матчи смотрел, он постоянно молодым игрокам дает прогресс. 6 игроков с дубля постоянно играют. В основе он их выпускает, они показывают игру, они рвутся. И вот, извини, вот этот, тот же Соловьев, он этот край, он выходил именно в том составе, которым должна команда начинать сезон. Хорошо. 9 число берем, игра с Локомотивом. Вот я просто, я поеду на этот матч, я хочу посмотреть в глаза Соловьеву, если он выйдет на поле. Глаза болельщиков. Сейчас интернет кипит, и как вот молодому пацану 19-летнему, да, сейчас выходить на поле, которого сказали, что в августе он перейдет в «Зенит». А до августа, и Петревск сказал, до августа он будет играть в «Динамо». Где он будет играть? И кто ему даст? Представляешь, что будет твориться на трибунах? И тем более, зная отношения «Динамо» и «Зенит», это самое натянутое. У нас даже «Спартак» сейчас уже на 10-м месте там. Нет, «Спартак» сейчас на 6-м. Нет, я в смысле... Я понимаю. Не так «Динамо» всегда так раздражает «Спартак», как нас раздражает «Зенит». Понимаешь? Поэтому отношения и к нему будут такие. Дани, да, ну там никуда не денешься. Понимаешь, там был у него контракт 30 миллионов. Хорошо, да. Тогда такой вопрос. Ответь мне, пожалуйста, Сереж. Мы сейчас можем, конечно, что называется, всех собак спустить на Соловьева. На то, что он рвач или там, да. Как мы говорим, погнался за длинным рублем. Его там 10%. Хорошо, а тем не менее. Давай скажем. А руководство динамовского клуба не могу... Вот этот Галямин, который руководит сейчас селекцией у нас. И тот Галямин? Да, тот Галямин. ЦСКА. Который был тоже в ЦСКА, играл, потом был селекционером в этом «Зените». Сейчас он в «Динамо». Никого, в принципе, толком не купили. Тот же Соловьев, генерал, который руководит сейчас, он генеральный директор, который, ну, не хочет играть, пускай не играет. Как это так, я не понимаю. То я не представляю, чтобы Гинер, да, отпустил какого-то перспективного молодого игрока там. Вот у него Щенников заиграл, почему «Зенит» Щенникова не купил? Может быть, тоже хотел. Договоренность. Ты про «Динамо» говоришь. Я говорю про «Динамо», да. Хорошо. То есть здесь тоже это ошибка руководства. Но я хотя бы думаю, что вот это пойдет на пользу чем? То, что это будет урок. Что сейчас они пересмотрят контракты. Уже с Кокориным они переговорили. Уже с Петреско сегодня подписал контракт на 2 года. На 2,5, у них мозги начали работать, да. То есть как-то уже думают о будущем. Хорошо, тогда, Сереж, такой вопрос ответь мне. ЦСКА, если отдает каких-либо своих футболистов, да, то это куда? В Мордовию, еще какие-то. Не усиливает конкуренцию. Посмотри, правильно? Что происходит сейчас в «Динамо». Позапрошлом году в «Спартак» ушли братья Камбаровы, да? По большому счету усилили своих конкурентов. Да. Да? Опять-таки, Дани, мы вспоминали, Семшов, Соловьев. Я не понимаю руководство «Динамо», каким образом на протяжении последних там 3-4 лет укрепляются команды, которые являются конкурентами. «Динамо» специфическая команда. У нас нет единого руководителя, как у вас Федун, Гинер, там, понимаешь, Мюллер тоже. Понимаешь, «Динамо», совет директоров, там, попечительские всякие советы, понимаешь, вот это вот неразбериха с руководством, нет единой руки. Вот. Ходят слухи, что придут братья Ротенберги там руководить. Вот, ну, «Динамо» говорит, да ради бога, пускай лучше они придут, что будет хоть кто-то один, кто будет действительно руководить клубом. Я был в воскресенье на... Так уже опять-таки братья. Вот опять «Динамо» везет, даже братья. Ну, не просто там Гинер, Федун или еще кто-то, а даже в «Динамо» все равно приходят, ну, братья. Где не будет единого начальника. В воскресенье был на стадионе «Динамо». Вот поехал специально в магазин, думаю, посмотрю, что там новинки. Еле-еле нашел магазин. Стадион, я посмотрел. То есть идет строительство всего, что угодно строится. Гостиницы там на стадионе в Петровском
парке бегают рабочие в оранжевых касках, а сам стадион весь в снегу, понимаешь? Вообще ни трактора, ни крана, ничего. То есть, ну, подождем, когда тепло будет. Осваивают землю. Осваивают землю. Вот Спартак, землю. Вот мне понравилось. Вот Спартак взял, уже, взял, да, строится. Ну, да. Это понятно. А вот Динамо ЦСКА что-то пока буксует. Спартак, я думаю, первым, наверное, построит стадион. Да, ну, ради бога, служили они. Московские команды. Всю жизнь играют. Нет, ЦСКА у нас тоже идет движение потихонечку. Да, там три кирпича. Потихонечку. Потихонечку. Мы слышим из... Не-не-не, на самом деле сейчас... ходят ну, в сети, в интернете. Нет, я вижу, там есть, скажем так, камеры. В интернете. Нет, девочка одна скидывает фотографии еженедельно, что происходит на стадионе. Поэтому подвижки есть. Хорошо. Друзья, к сожалению, больше нет у нас времени в эфире. Следующий наш эфир пройдет уже, когда стартует после чемпионат России. Да. Жень. Да. Я знаю, случилось хороший рейс случилось. Хотел поздравить нашего большого друга, моего большого друга, его жену Василия Спиридонова и Лилию Спиридонову с рождением дочки. Поэтому поздравляю вас, ребята. Живите здорово и богато. Да, и пускай ребенок сам выберет, за какую команду он будет болеть, и когда он начнет смотреть программу «Все грани мяча» в прямом эфире на телеканале «Видное ТВ». Спасибо, что все это время были вместе с нами. До свидания. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания.